Всем привет, я наконец-то купил держатель, да. И обзор на 214. То, что в кадре стоит Paint. Вы спросите. И почему в кадре стоит плоско серебряный, которого пиздатый хром? Я вот что ответу. Я вот что отвечу. Никак не могу выговорить. В нем была вот эта заправа. Я вот новую банку купил. Вот. Я не открывал. АСМР. Купил новую банку. Да, 400 с лишним. 401, по-моему, был. И вот у меня была канистра 2014. Вот так их заливал. Там у меня еще стоит белый. Ну, цирку у него не буду в кадр вставлять, потому что он у меня в пакете лежит, да? Ну, так вот. Суть в том, то, что скажу свои выводы про 2014. Первое. Я буду оценять по внешке. Мне внешка нравится, особенно вот эта морда. Как я почти, но я в очках только. Вот. Манка прикольная, красиво. Красиво. Чернила раньше, которые были, раньше было лучше. Потому что они на пленке не растекались. Сейчас что? Как чернила. Как еще чернила вот это вот. Ну ладно. Хочу рассказать вот про этот маркер. Хочу совместить приятное с полезным. Вот что. Это маркер Поска 15 миллиметров. Вот. Блин, кадр. Вот 15 миллиметров. Но у него есть маленький меланс. Он течет. Вот, здесь в кадре видно. Линия шла. И а то она еще в прошлом году по этот, как называется, потек. И вы меня еще будете спрашивать, как так же видео с пропиткой было это в этом году выложено? А я вот что скажу. Я свою память на телефоне не смотрю. Вот было видео, я его выложил. 2011. 2021. Фу, дурак. Свинка. Я его еще прозвал. Но вот в чем его характерный минус. О. Все-таки настроил первое. Посмотрите на его крышку. Раз. И сейчас на данный момент мы будем его делать. Мы его будем протирать. Можно вот так его протирать. Красиво. А можно вот так, но мне вот так. Так он какой-то серый. А так? Пиздатенько, да-да. Ну. Это челка. Я говорю сразу, я не позер, я не офник. И сейчас спросите, вот, ты ухаживаешь за своим маркером, как ты типа офник, ты позер. А вот что я скажу, я не офник, я не позер, вот не пидорас, который в ТикТоке сидит. А вот тыгаю. И я там пришло, ой, ну недавно пришло в голову, хочу граффити заниматься. Закрутил хорошо. Чё-чё. Купил первый маркер Paint белый. И понеслась. До 14 дошло время. Ну. Моя первая краска была, это не 214, а акрил молотов. Я тогда еще даже не знал то, что акрил это вот это. Хуета. Вторая краска у меня был коктейль молотов. Или Молотова.
Короче, коктейль от Молотова. Это у меня третья заправка получается. Заправку Фэт тестировал мой друг Санёк. Говорю сразу, имя я назвал не настоящее, потому что с ним могут быть проблемы. Санёк. Настоящим не буду называть. Санёк тестировал, короче, две заправку Фэт. И чтобы можно было понять, оборудование. У меня просто балка съехала. Ну, так вот. Он тестировал заправку Фэт, сказал по типу, заправа топ, но имеет такую... Она имеет пиздатую какую-то хуйню. Именно. Она течет много. Вот я, смотрите, я тогда... Это я когда граффити начал заниматься, где-то год назад. Он. Ну и... Он тогда, он что, Фэт самое лучшее заправ, ну? Фэт купил. И понеслась. Что началось еще делать? Купил он себе Фэт этот. И начал. Залил его в свой первый. Молотов. Тут 411 второй первый. У меня, по-моему, где-то тоже 411 валяется, но его искать, да искать. У меня шкаф забит. Ну, так вот. Залил он Фэт. Пропитал. Пока шел домой, он у нее протек в кармане. Морковь пришлось торжественно выкинуть на мойку. Потому что, ну... И пришлось. Так он приебал куртку. У меня куртку, блядь, это было летом. Ебать, я старый хуй. Он приебал так свою сумку. Ну, лямку. Что еще могу сказать? Ах, да. На следующей неделе мы, возможно, пойдем на покрас под мост. Скажу, так и будет город и место. Воронеж будем красить под Чернавским мостом. Приходите, если что. Но в случае какого-то кипиша говорим сразу, у нас в перцовке. У нас перцовки, и у нас один из пацанов владеет каратэ, так что, блядь, по кипшим не надо. Если приходите с банками, будем вместе красить. За счет вот всяких. Ну, я думаю, можно взять Фэт. Ой, фу ты. Артон на контур. Артон. А на залив взять эту как-нибудь. Изи, литровый изи. Я думаю, то, что я буду рисовать огромную тягу. Прям огромную. На полмоста. Мне понадобится литровка. Точнее, даже, может, две литровки. Я толком и не знаю, но... Как-то так. И да, вы еще, возможно, смотрите в одну точку и слушайте меня, но... Я могу сделать вот так. Смотрите. Это лицо, оно наблюдает за вами. Вот такой трейлер 214. Тетя Зина. Если бы были бой маркеров, это прямо выглядит так. Против этих двух. Секунь, закройся.
Примерно как так. Ну, да ладно, не будем шутить. Ждем покрас. Всем пока.